Томсо, скажи, как ты думаешь, может ли Кремль убрать Кадырова и его окружение путем спецоперации тогда, когда это будет нужно? Ты не думал об этом? Когда это будет нужно, убрать Кадырова для Кремля проблем не составит. Если вот как сейчас будет сохраняться, имеется в виду положение, то вот в нынешнем положении, например, завтра нужно снять Кадырова. Проблема это для Кремля нет, вообще не проблема. Они его отца как бы отправили на тот свет. Они и его в легкую оттуда, если надо, на тот свет отправят почетно при этом. Если надо, загрузят в вертолет, отвезут в Лефортово. Сегодня это не проблема. Что будет завтра, я не знаю. То есть завтра положение в целом в России может измениться. Власть может ослабнуть там. Не знаю. Что будет завтра, в общем, мы не знаем. Сегодня это не проблема. Это факт. Томсо, как ты думаешь, Россия нападет на Украину? Ну, я не мастер давать прогнозы, но там сейчас на границе с Украиной очень серьезное обострение. Очень много российских войск сосредотачивается на границе. Там уже несколько сотен тысяч. И, в общем, этим обеспокоены теперь уже и страны НАТО. Украине поставляется летальное оружие. Это говорит о том, что очень серьезно как бы воспринимается то, что происходит сейчас на границе. Плюс здесь, в Швеции, в которой я живу, здесь есть, в общем, один остров Готланд называется. Он находится в Балтийском море, он принадлежит Швеции. И на днях российские три каких-то десантных корабля, из севера откуда-то, в общем, заплыли в Балтийское море и встали там где-то рядом с Гданьским заливом. И, разумеется, сюда, в акваторию Балтийского моря, можно входить только проходя через вот эти проливы, где между Данией, короче, где Дания. И, соответственно, это все отслеживается. И, в общем, Швеция даже обеспокоилась этими тремя кораблями и отправила войска на этот остров Готланд, то есть укрепила там этот остров. Даже Швеция как бы видит некую опасность, хотя является нейтральной страной. Швеция не входит ни в какие союзы военно-политические, а только в экономические, как Европейский Союз. В общем, это говорит о том, что сейчас реально обстановка, она очень как бы накалена. Искусственно ли это делает Путин специально для того, чтобы путем этого обострения добиться там каких-то ништяков для себя? Не знаю. Как я говорю, не совсем я, не сильный я аналитик в вопросах. Прогнозы какие-то делать не умею. Вот, но это, конечно, беспокоит. Это беспокоит. Плюс в Беларуси сейчас будут проходить какие-то совместные учения России с Беларусью. Это тоже переброска войск в Беларусь. Все это происходит не просто так. Это точно мы можем констатировать. Приведет ли это к какому-то военному вторжению в Украину? Не знаю. Не удивлюсь, если, конечно, они пойдут на подобное. Но однозначно это все происходит не просто так. Привет, Тумсо Кадыров говорил, что ты болтун и что на тебя не стоит обращать внимания. Как ты считаешь, он действительно так думает? И если нет, какое твое мнение, как он считает на самом деле? Кадыров, он, к сожалению, непоследователен в своих, ну или к счастью, наоборот, он совершенно не, абсолютно непоследователен в своих высказываниях, в своих убеждениях, поэтому он сегодня говорит, что типа там они все болтуны, на них вообще не стоит отвлекаться, обращать внимание, а потом говорит, что там, ну, посвящает нам целые совещания. Вот сейчас, например, посмотрите, с Янгулбаевыми. Они обвиняются в том, что они администрируют просто телеграм-канал. 20 с чем-то тысяч подписчиков, да? Для масштабов как бы республики, для масштабов страны. Но это не настолько серьезный вопрос, если судить по высказываниям Кадырова. Но нет, он сейчас целенаправленно, вообще вся республика занимается вот этой семьей, делаются заявления на всех уровнях. Отправляются полицейские, фабрикуется какое-то уголовное дело,
Столько ресурсов тратится на то, чтобы бороться вот с теми, на кого не стоит обращать внимание. Такая непоследовательность, она очень характерна Кадырову. Это говорит о том, что у него, вот ты спросил, он действительно так думает. Это говорит о том, что у него, он, в принципе, не в состоянии думать. У него нет каких-то убеждений. Он, может быть, на тот момент, когда он говорит эти мысли, вот сейчас они у него в голове такие, но это не его убеждение, это не то, что он как бы обдумал и пришел к мнению, что вот нужно придерживаться такой тактики и стратегии в отношении этих людей, там, не обращать внимания. Это не так. Просто вот сейчас, в данный момент, он разговаривал, ему пришло это в голову, он это высказал, но завтра уже все, эта мысль потеряна, у него совершенно другое мнение по этому поводу. Зная сегодняшнюю Чечню, при возможности жить здесь, ты бы вернулся сюда жить, зная весь идиотизм и концлагерную систему. Смотрите, вернулся ли бы я сейчас вот в сегодняшнюю Чечню? Нет, не вернулся бы. Но уехал ли бы я из Чечни сегодняшней, имея возможность жить там? Нет, не уехал бы. Конечно, я бы жил бы, продолжал жить у себя в республике. До тех пор, пока у меня сохранялась бы вот эта возможность там жить. И, в принципе, я так и делал. До 2015 года я жил в республике, хотя последние 5 лет были очень сложными для меня, но я не уезжал, не покидал свою страну, свою землю, свою родину. И так должны поступать все. Очень важно, чтобы чеченцы жили на своей земле. Если мы все оттуда уедем, то кто будет менять положение в нашей республике? Основная наша сила – это наш народ. И изменять положение свое мы должны сами. И делать это должен наш народ. Это не сделает Тумсо, Хасан там, или кто-то другой. Ну да, мы тоже будем частью этой системы, но основной силой будет и должен быть сам народ. А народ, он должен находиться на своей земле, жить. Поэтому пока есть возможность жить, нужно жить. Но когда у тебя уже все возможности нет, то есть у тебя вот ты лично, ты столкнулся с проблемой, нужно уезжать. И вот уже после того, как ты уехал, возвращаться обратно в эту же страну, конечно, нет, нельзя. Почему в Европе закрывают глаза на то, что творится в Чечне, высылают беженцев, которым угрожает опасность, какие еще факты должны их убедить? Это процесс, который нужно постоянно вот эту вот борьбу с ними вести. Да, к сожалению, мы здесь видим некоторые моменты, прецеденты, когда с одной стороны всякие процессы, механизмы московские, там еще какие-то запускаются по линии ОБСЕ и так далее, то есть власти европейские и общемировые говорят о нарушении прав человека в Чечне, а с другой стороны мы видим, как эти же власти отдельных стран, там Франции, например, берут и иногда даже по беспределу просто высылают людей на растерзание в Россию. Поэтому, да, это двойные стандарты, это те моменты, с которыми постоянно нужно бороться, и не будет, наверное, так, что в какой-то момент скажут: все, теперь чеченцы, расслабьтесь, ну и не только чеченцы, вообще в целом выходцы из Кавказа, там, из России, все, расслабьтесь, вам больше не грозит депортация в Россию. Наверное, такого никогда не будет, и нам постоянно нужно будет вести вот эту борьбу в рамках правового поля европейского. И с этим, ну, надо смириться, это надо принять и, в общем, вести эту борьбу. انتظريني.